Здравствуйте, это новости на Дону, в студии Мария Филинкова. Смотрите в выпуске. Первый рейс в декабре. Губернатор утвердил план начала работы нового аэропорта. Управленцам месяц на реабилитацию. Госжилинспекция проверила исполнение предписания по жалобам жильцов. В конце концов, мы добились того, что нам сделали двери, закрыли помещение, провели независимое питание. От карьера до прилавка. Углегорск-цемент получил знак качества «Сделано на Дону». На входе в печь проверяется каждые 2 часа, клинкер каждый час, цементный мельниц тоже каждые 2 часа. Крик не слышен, но заводит. Таганрогские тхэквондисты привезли с Сурдолимпийских игр 4 медали. Выигрывали весь матч, но вышла ничья. Гандболистки Ростов-Дона провели товарищеский матч с немецким Метцингеном. Жара спадает, правда, на несколько градусов и на несколько дней. Осадки выпадать будут очень редко и очень слабые, поэтому площадь распространения чрезвычайной пожароопасности будет возрастать. Аэропорт Платов примет первых пассажиров в декабре этого года. План начала работы Южного хаба утвердил Василий Голубев. В документе прописаны этапы ввода в эксплуатацию и сроки перевода всех служб из действующего ростовского аэропорта. Персонал полностью подберут к середине ноября. С 16 октября по 20 ноября пройдет тестирование процессов обслуживания самолетов на перроне. Проверят подъезд и отъезд спецтехники, работу телетрапов, отправление, прибытие, трансфер пассажиров и багажа, работоспособность. Способность парковочного комплекса. Строительство всех объектов комплекса опережает график. В августе здесь пройдет 2-й этап летных проверок, а итоговую проверку личного состава и всех систем управления воздушным движением проведут перед самым открытием аэропорта. Бюджет Ростовской области в первом полугодии профицитный. Цифры, сколько получили и потратили, озвучила сегодня на заседании правительства глава Минфина. Доходы составили чуть более 71 миллиарда рублей, а расходы около 68 миллиардов. 74,8% всех расходов областного бюджета направлены на финансирование отраслей социальной сферы. Это 51,3 миллиарда рублей. Также в правительстве рассмотрели вопрос передачи в госсобственность нескольких объектов недвижимости. Их решил пожертвовать Волгодонской спортшколе Олимпийского резерва номер 29 местный яхтенный центр. На заседании постановили предложение принять. Марш живых пройдет по Ростову 11 августа. Траурное шествие будет посвящено 75-летию массовых расстрелов в Змеевской балке, рассказали за круглым столом пресс-центра «Донмедиа» эксперты. Участники шествия повторят маршрут, по которому ростовчане шли на казнь. Марш начнут от зоопарка и завершат у мемориала в Змеевской балке. За время оккупации здесь было убито около 27 тысяч человек, в основном евреев. Удалось восстановить имена лишь 4 тысяч погибших. Восстановить можно достаточно большое количество, но это будет приблизительно, скажем так, данные. То есть мы не сможем сказать, что конкретно в этой яме вот лежит, условно говоря, Иванов, Петров, Сидоров. Можно сказать, что примерно, допустим, вот эти люди погибли. В 8 утра 11 августа 1942 года евреев обязали явиться на сборные пункты, якобы для переселения, чтобы защитить их от насилия. Но отвели в Змеевскую балку. Там взрослых расстреливали, а детям смазывали горло сильным ядом. Рвы заполнялись трупами, засыпались тонким слоем земли, и следующая партия пригонялась. И так доверху. И вот эти жуткие ямы на месте вот нынешнего, в границах нынешнего мемориала 7 таких ям, где более 15 тысяч. Здесь же были убиты советские граждане других национальностей. Дети и жены партийных и комсомольских работников, подпольщики и пленные солдаты. Жильцы новочеркасской пятиэтажки хотели поставить на дом счетчик тепловой энергии, но сделать это оказалось негде. И управляющая компания помещение не оборудовала. Пришлось на управленцев жаловаться. Госжилинспекция отреагировала, выписала УК предписание недоработки исправить, и вот через месяц выехала проверить его исполнение.
10 машин с крупным бытовым мусором пришлось вывести управляющей компании из подвала пятиэтажки, прежде чем перейти к основным работам. А началось все с того, что собственники решили сделать капитальный ремонт системы теплоснабжения. Заключили договор с подрядчиком. А помещение, куда устанавливать узел учета теплоэнергии, нет. Обратились в госжилинспекцию, потом в прокуратуру и к мэру. В конце концов, мы добились того, что нам сделали двери, закрыли помещение, провели независимое питание, и мы запустили на месяц позже узел учета тепловой энергии. В госжилинспекции на работу с жалобами дали месяц. Текущий ремонт трубопровода управленцы сделали, мусор вывезли. Говорят, возраст дома – причина многих проблем. Его построили 40 лет назад, и за это время здесь не было ни капитального ремонта, ни даже текущего. Так что на полное приведение дома в порядок просто нет денег. Получается, что в основном несколько лет мы работали в аварийном режиме. То есть как аварийная бригада устраняли аварии, которые связаны с изношенностью сетей. В госжилинспекции управляющей компании «Комфорт» в целом довольны. Вот и в этой многоэтажке работы по текущему обслуживанию ведутся в срок и без лишнего напоминания. Новые козырьки над входом в подъезд и цементная стяжка, чтобы дом не поплыл. Вообще на территории города Черкасска за полгода было порядка 480 обращений. Было проведено около 80 проверок. Выдано 30 предписаний. И составлено где-то 74 административных протокола на компании, которые не выполняли вовремя предписания и не устраняли указанные нарушения. Елена Рябжанова, Юрий Санкин, Дон-24, Новочеркасск. Глину и известняк набирают в собственном карьере. Перемалывают, обжигают, охлаждают на своем заводе. Жестко контролируют процессы, получают надежный материал для стройки. Технологии, подход к работе и готовый продукт тацинского предприятия «Углегорскцемент» впервые отмечены знаком качества «Сделано на Дону». Все начинается со склада сырья. Материалы сюда привозят из собственного карьера каждый день. Около 1000 тонн в сутки. Карьер находится тоже в Тацинском районе. Разработку месторождения начали в 2010 году. Вот наши основные сырьевые компоненты – это известняк, глина. Зимой спрос на продукцию падает, а срок хранения цемента – около 2 месяцев. Поэтому в холодное время запасают полуфабрикат – клинкер. За зиму склад набивают дополна, это 10-12 тысяч тонн клинкера. Делается он так. Сырье проходит через сырьевую мельницу и попадает в теплообменник. В системе теплообмена происходит подогрев предварительной сырья, сырьевой муки. И дальше, после 5 ступеней подогрева, сырье попадает в печь, где в дальнейшем происходит обжиг и получаем клинкер. Затем клинкер остывает в холодильнике. Условия охлаждения влияют на размолоспособность, то есть в итоге на качество цемента. Клинкерный холодильник есть, у нас имеется после печи внизу, который охлаждает этот горячий клинкер, выходящий из печи где-то порядка 1000 градусов, охлаждает его до 90, до технологической температуры. Весь процесс сухой, вода здесь совсем не используется. Над каждым этапом производства за качеством следит лаборатория. Сырьевые материалы, входной контроль. Мука каждый час проверяется по сырьевой мельнице. На входе в печь проверяется каждые 2 часа. Клинкер каждый час. Цементная мельница тоже каждые 2 часа. Тацинский цемент отличается высокой ранней прочностью, отсутствием ложного схватывания и радиационной безопасностью. Сомнений точно нет, поэтому знак лишний раз тому подтверждение и прохождение системы, та неотъемлемая часть вашего процесса уже, как говорится, добавление. Поэтому с гордостью, да, носительно. Этот цемент готовят по стандартному рецепту, никаких изюминок не добавляют. Директор уверен, уникальность завода только в производстве от карьера до прилавка. Предприятие высококачественное, современнейшее, с большим потенциалом, самое что ни на есть наше, сделано на Дону, на нашем донском сырье производится. В год выпускается 200 тысяч тонн продукта 2 видов – портландцемент и портландцемент со шлаком. Поставляют качественную продукцию по всему региону, а также в соседние Волгоградскую область и Краснодарский край. Анна Туполева, Евгения Слинкина, Станислав Фоменко, Дон-24, Тацинский район. Смотрите дальше в выпуске. Крик не слышен, но заводит. Таганрогские тхэквондисты привезли с сурдолимпийских игр 4 медали. Выигрывали весь матч, но вышла ничья. Гандболистки Ростов-Дона провели товарищеский матч с немецким Метцингеном.
Жара спадает, правда, на несколько градусов и на несколько дней. Осадки выпадать будут очень редко и очень слабые, поэтому площадь распространения чрезвычайной пожароопасности будет возрастать. Делаем добро вместе. Традиционная молодежная патриотическая акция стартует сегодня вечером в Ростове. Дончане проведут призыв к миру и дружбе автопробегом по городам-героям и городам воинской славы. В маршруте Назрань, Магас, Владикавказ, Тбилиси, Гюмри, Ереван, Новороссийск. Мы выступаем против фальсификации истории Великой Отечественной войны. Также мы чтим память героев тех страшных лет. И мы несем добро через свое творчество. Мы хотим сохранять и приумножать дружбу народов, поколений. Ежедневно молодежь разными своими поступками доказывает то, что патриотическое состояние и духовное состояние нашей страны находится на достойном уровне. Символически акция стартовала у стелы на площади воинской славы возложением цветов. А в каждом пункте назначения 10-дневного автопробега его участники, 35 студентов, побывают в мемориальных комплексах и музеях, встретятся с ветеранами и молодежью. Профориентированные кружки и секции станут для школьников гарантированно бесплатными. Донские активисты Общероссийского народного фронта представили проект «Равные возможности детям». Он позволит каждому ребенку с 6 по 9 класс бесплатно заниматься в кружке или секции по выбору семьи. Пилотной площадкой стали 3 школы в Белокалитвинском районе. Белокалитвинский район – это сельская территория и заказ территории на то, чтобы дети оставались, конечно же, на местах, получали навыки будущей профессии, по которой они могли бы работать на своей территории. Все желающие получат именной сертификат на оплату кружка или секции. Проект заработает уже с сентября. Сначала школьники пройдут профтестирование, а затем разделятся на группы по интересам и будут получать на занятиях навыки профессий, востребованных в их городе или селе. Это прежде всего направления, которые связаны с агропромышленным комплексом. Это технические направления, там машины, трактора, механизаторы и так далее. Следующий момент связан с чем? Что, конечно же, там животноводство, ветеринария и так далее. Занятия будут проводить преподаватели ДГТУ, приезжать на уроки и в школу, и руководить дистанционно. В конце обучения школьники сдадут экзамен и получат сертификат, который, кстати, даст дополнительные баллы при поступлении в ДГТУ. Золото и 3 бронзы завоевали таганрогские тхэквондисты на сурдлимпийских играх в Турции. На таких соревнованиях и тренировках в зале, естественно, заметно тише. И все-таки крикнуть бывает очень важно и не терять из виду тренера. Это 7-е Пумсе, Тыгук Чильджан, что означает «спокойная гора, которая стоит непоколебимо, а человек уверенно идет вверх». С такой же уверенностью добралась до 2 медалей сурдлимпиады Юлия Овчинникова. Но 2 бронзами чемпионка Европы осталась недовольна. Расстроилась так, что успокаивали всей сборной. Я уверена. Глухих спортсменов криком не напугать, но боевое искусство есть боевое искусство. И пусть соперник не услышит, выражение лица прочитает отчетливо. Со стороны бой просматривается лучше, и обычному спортсмену тренер подсказывает криком. А сурдо-тхэквондо важно не поворачиваться к учителю спиной. Чтобы он глазами видел тренера, и тренер мог ему подсказать. Например, начни атаку с передней ноги и закончи дальней, на голову. Понятно? Такие подсказки помогли серебряному призеру прошлой сурдолимпиады Александру Баркалову в этот раз выиграть финальный бой у корейца. Авторитет давил, и первый раунд шли очко в очко. Но после встряски от тренера Александр разошелся до преимущества в 16 баллов. Волновался сильно в первом раунде. Попробовал задание, которое говорил тренер. Забрал балл, потом уверенно все стало на свои места и выиграл. Радоваться, да. Сильно. У Антона Ковтунова бронза, но он ей рад. Тем более, что главного соперника волнение победил. Когда начал сильно волноваться, он вспомнил, что
На сборах было очень много тренировок. Тренеры готовили хорошо, говорили: вы лучшие, вы сможете. И я вспомнил это, и пришла уверенность. Первым сурдлимпийцем тренера Романа Кувикова стал Владислав Бобровник. Его на этой тренировке нет. Тренер учил парня приемам, а тот его жестовому языку. Так что, когда группа пополнилась неслышащими спортсменами, общаться с ними учитель уже мог. Уже пошутить с ними спокойно могу. То есть, как бы, друг друга понимаем, это главное. Высокие результаты дает и то, что все эти тхэквондисты участвуют в обычных соревнованиях без ограничений. Только судью просят делать замечания не криком, а жестом. Олеся Слынько, Андрей Токарев, Дон-24, Таганрог. Обиженный гандбольным Ростов-Доном в полуфинале Кубка ЕГЭФ немецкий клуб Метцинген получил возможность отыграться в товарищеском матче. На сборе в Германии наша команда провела второй спарринг. Немки вышли вперед 2-0, но потом всю игру лидировали ростовчанки. К перерыву счет был 14-12. На 10-й минуте второго тайма преимущество возросло до 4 мячей. И за 3 минуты до конца матча казалось, что победу наши девушки не упустят. Ведем 25-23. Однако соперницы смогли сравнять счет, а на последних секундах еще и получили право на 7-метровый. Отражать его доверили Галине Мехдеевой, и та доверие оправдала. Заброшенный на добивание мяч судьи не засчитали. Время вышло. В итоге ничья 25-25, и самыми результативными в нашей команде стали Барбоса с 5 голами и Родригес с 4. Смотрим российский футбол среди недели. Сегодня в матче 5-го тура чемпионата страны Ростов примет московское «Динамо». Наш клуб после 2 подряд гостевых побед набрал 7 очков, поднялся на 6 место и перед этой встречей выглядит фаворитом. У «Динамо» после 4 туров всего 4 очка. Как и мы, москвичи победили «Амкар» и проиграли «Ахмату», а еще сыграли в ничью со «Спартаком» и уступили «Уралу». Матч на стадионе «Олимп» начнется в 20:00. Посмотреть его, как и все игры Ростова, можно на нашем телеканале «Дон-24». Начало прямой трансляции в 19:30. Зарядка со стражем порядка. К всероссийской акции под таким названием присоединились донские полицейские и организовали утреннюю тренировку для воспитанников одного из летних лагерей Ростова. Школьники попробовали свои силы в кроссфите, получили навыки самообороны, посоревновались и выполнили нормативы ГТО. Тренеры здесь не просто полицейские, это мастера спорта, победители крупных соревнований, так что тренировка под их руководством стала экзаменом на стойкость и выносливость. Историю Волго-Донского канала теперь можно проследить в мельчайших деталях. Выставка в честь его 65-летия открылась в Волгодонском эколого-историческом музее. О строительстве важнейшего судоходного пути рассказывают редкие фотографии, документы, инструменты, форменная одежда, личные вещи и награды строителей водоканала и Цимлянского гидроузла, которому тоже 65 лет. На открытие пригласили ветеранов и тех, кто сейчас обеспечивает связь Волги и Дона. Впечатляет, что соединить величайшие реки советские люди смогли всего через 7 лет после окончания разрушительной войны. Удивительное творение человечества, которое мы сейчас пытаемся содержать в том виде, во-первых, в котором оно было создано, и приумножать все это. Выставку собирали десятилетиями, и посмотреть ее теперь можно в любое время. Экспозиция будет постоянной, и ее продолжат пополнять. Планируется в центре экспозиции создание 2 огромных макетов. Это денежное дело, вы понимаете. Естественно, значит, требует времени. Ну, то есть, я думаю, качественно экспозиция будет претерпевать какие-то изменения в течение там периода ее работы. Жара отступает. Правда, пока на севере области и всего на несколько дней. Там в ближайшее время температура воздуха понизится на 4-8 градусов. А до Ростова дойдут лишь отголоски легкого похолодания. Аномальная жара. Единодушно заявляют и спасатели, и синоптики. Температура выше 40 держалась больше недели. Но уже с четверга воздух, хоть и не намного, станет прохладней. По северу области днем термометры покажут на 8-10 градусов ниже, чем обычно. Ростовчанам югу региона придется довольствоваться уменьшением жары на 4 градуса. Но через несколько дней тепло снова зашкалит выше нормы. Но осадков будет мало. То есть осадки выпадать будут очень редко и очень слабые. Поэтому площадь распространения чрезвычайной пожароопасности будет возрастать.
Из-за жары постоянно возникают возгорания. Горят сухая трава, камыш, мусор. Каждый день спасатели выезжают тушить пожары в Азовском, Обливском, Багаевском и Аксайском районах. Они первые в группе риска. Только этим летом на пожарах погибло больше 100 человек, 180 получили травмы. В большинстве случаев виноваты сами люди. Разводят костер в жаркую ветреную погоду. Здесь бы мне хотелось, чтобы это дошло до каждого гражданина, что это делать категорично нельзя, и за это последует серьезный. Если ущерб будет более 250 тысяч рублей, и мы его подтвердим, то будет возбуждено уголовное дело. И поэтому играться здесь я бы никому не рекомендовал. Мусор нельзя сжигать даже на своей территории. Недавно частного предпринимателя оштрафовали за это на 150 тысяч рублей. А вообще можно заплатить все 400. Аномальная жара продержится до конца августа, так что стоит быть предельно осторожным. Юлия Карасюк, Дон-24, Ростов-на-Дону. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на обновленном сайте don24.ru. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти».